Приветствую всех, дамы и господа. Как вы уже успели прочитать из названия ролика, я, значит, расширяю сферу своей общественной деятельности и теперь хочу попасть в Совет общественного контроля при Госбюро расследований. История это не новая, началась она еще там в феврале-марте этого года, но тогда голосование было приостановлено и сейчас наконец-то его возобновили. Конкурс будет происходить путем онлайн-голосования. Это голосование будет происходить с 3 по 4 октября, с 15 до 15, то есть ровно 24 часа. И, соответственно, я записываю этот ролик для того, чтобы призвать вас меня поддержать. Для начала, пока еще нет этой странички с голосованием, есть только общая информация, я там вам тоже оставлю в описании, посмотрите, почитайте. Поэтому в первую очередь прошу вас сделать репост, лайк, написать комментарий, то есть максимально распространить данное видео для того, чтобы собрать много людей и для того, чтобы действительно я прошел этот совет. Что из себя представляет данный совет? Да? Наверное, сначала нужно сказать, что из себя представляет ГБР. ГБР достаточно новый правоохранительный орган, который занимается расследованием уголовных производств досудебным по многим топ-чиновникам, а также, вот что больше всего меня интересует, по сотрудникам правоохранительных органов. То есть наша любимая полиция попадает как раз таки под подследственность ДБР. А данный совет уже может, скажем так, контролировать их. Да, это не какой-то там надзорный орган, там нет прям таких супер-пупер мощных полномочий, но все же это возможность общественности контролировать работу ДБР. Что еще хотелось добавить? Наверное, все. Еще раз поддержите данное видео лайком, репостом. И 3 октября, как раз, когда начнется голосование, я опубликую еще один ролик, там дам какие-то короткие комментарии, инструкции и оставлю уже прямую ссылку на страничку голосования.